Ти спробувати кинути виклик. Поки що Да, складно, посмотрим. здається. Да, конечно, с такой оценкой это очень большая оценка для групповых упражнений. 26 575. Я, в принципе, таких оценок даже, пожалуй, в этом сезоне не видела. Что в групповом упражнении тоже получать девятку в технике, это, в принципе, достаточно серьезная заявка. Но они все сделали. Вот мы видим команды Германии на ваших экранах. Тоже в этой команде присутствуют бывшие личницы, потому что в Германии сейчас достаточно сложная ситуация, и вот фактически индивидуальных гимнасток у них нету. Они поставили всех своих сильных личниц в групповое упражнение, и как такого вот на чемпионате мира, я думаю, даже не будет их в индивидуальной программе, и только в групповом. Вот тут стоит Каролина Раскина, которая претендовала на попадание на Олимпийские игры в индивидуальной программе, но очень плохо она прошла многоборье на чемпионате мира в Греции, который был отборочным, и не попала, к сожалению. И после того, как немцы тогда не получили лицензии ни в личном, ни в групповом, конечно, бюджет им урезали, и вот они решили только в групповом пробовать свои силы. Хороши групповые упражнения тем, что у каждой команды есть интересные задумки. Ой, видите, потеря за площадку. В принципе, не было никакого такого миллиметра ультра-си. А, видимо, вторая сразу потеря за площадку. Подваляли они тоже. Побывали два раза за площадкой. Еще одна втрата до того же была. Вот мы видим на повторе элемент гибкости. Он стоит 60, но они делают два вращения. Ну, во всяком случае, не делают, но пишут себе 100%. Думаю, два вращения, 80 этот элемент стоит.